Всем доброе утро! Сегодня я хочу вас взять с собой в Немо. Немо – это, как это объяснить? Ну, в первую очередь, это дельфинарий, но это также и фитнес-центр, и спа, и, в общем-то, бассейны, лежаки. В общем-то, очень такое прикольное место. Мне моя подруга на день рождения подарила 2 абонемента, и, в общем-то, мы с ней идем сегодня на целый день там отдыхать, отлеживаться, загорать, ну, в общем-то, и классно проводить время. И я думаю, что это многим будет интересно, потому что многие летом приезжают в Одессу, и... Ну, скажем так, не всегда знают, куда можно пойти, куда лучше, где, может быть, больше понравится. Поэтому хочу вам сегодня показать Лонжерон. Лонжерон – это вообще очень красивое такое, красивое место, там набережная красивая, можно там погулять, недалеко парк. В общем-то, в принципе, покажу вам сегодня, чем мы будем заниматься, как это все выглядит. Если понравится, будете в Одессе, то, в общем-то, решите, хотите вы туда сходить или нет. Собралась, в принципе, сумма. Собрала, одела спортивную одежду, свой спортивный бюстгальтер одела, кстати, который я вам недавно показывала в видео о покупках. Вот я еще 2 таких заказала в таких же цветах. Мне очень нравится, как они сидят, держат хорошо и как бы стираются хорошо. В общем-то, я очень ими довольна, как за такую цену. Поэтому погнали! Покажу вам дальше, что будет происходить. Вот мы уже приехали в Немо. Вот, собственно, сам пляж Лонжерон. Сейчас вот покажу вам его немножко поближе. Вот Немо. Центр дельфинотерапии. Там, кстати, тоже беременные с дельфинами купаются. А на крыше там лежачки, куда мы, собственно, идем. А вот пляж Лонжерон. Вот это все выглядит. Ну, тут очень красиво ездить и погулять, потому что здесь вот это все зеленая зона, там очень много деревьев, парк такой небольшой. И здесь вот тоже вот очень-очень прикольно и классно. А дальше, если пройти по набережной, то там кафешки тоже, ну, немножко есть там кафешки, есть где посидеть. А мы, собственно, вот детский дельфинарий написано. А мы в спа и вот туда на лежачки идем. Посмотрите, как здесь круто, здесь плавают дельфины, вот эта зона именно отдыха, бассейн, там все дела, шезлонги, а тут вот прям плавают дельфины. Класс, я никогда не видела дельфинов. Пусик, ой, вдвоем, класс, я их никогда так вблизи даже не видела. Пупсики, да? Да, вообще такие милахи. Класс. А там бесплатно? Ну да, это спа. А, ну все, тогда нам не надо. Вот мы здесь вот будем. Мы решили начать с тренажерного зала. Сейчас немножко кардио занимаемся. И все будет отлично. Вот тут беговая дорожка. Вот моя подруга Лена уже здесь бегает. Что, я тогда с тобой на беговой? Давай, поехали. Итак, я уже тут на беговой. Ой, сейчас Лена помедленнее сделаю. Что-то запыхалась я. Точно, сейчас ничего вам здесь не расскажу. Так вот, бегу на беговой дорожке. Вот. Уже, значит, у меня результат. Значит, я поставила себе цель 400 калорий. Мне осталось сейчас догнать 92 калории. Да, моей цели. Вот я уже все сделала в основном. 30 минут уже бегу. 3,25 километра. Сегодня так решила не перенапрягаться, а слегаться. Не сильно быстро побегать. Интервальные тренировки 3 на 3. В общем-то, нормально, мне кажется. Но тут на зал я пока не очень впечатлена, потому что довольно душно. И когда бежишь, становится еще быстро жарко. Ладно, буду добегать свои 89 калорий. Увидимся позже. Мы уже отдыхаем на лежачках. Только что были в хамаме. Где мы еще? В тренажерном зале.
В общем-то, здесь очень-очень классно. Единственное, конечно, мы удивились, что... Это Лена, знакомьтесь, моя подруга. Единственное, мы удивились, что лежаки эти не входят в стоимость абонемента этого спа. То есть его надо... Лежаки нужно потом отдельно еще заказывать. И стоят они 250 гривен. То есть если 300 гривен спа, вот эти все процедуры, тренажерный зал, потом еще 250. Ну, в принципе, довольно дороговато. Вот. Но отдых тут, конечно, шикарен просто. Мы еще были в джакузи, джуз Шарко, там всякие контрастные души. В общем-то, здесь, конечно, очень-очень круто. Сейчас вот мы заказали уже, и вот бассейн. Я еще, кстати, не купалась в этом году ни разу. Начну вот свои купания с этого бассейна. Ну, очень классно, конечно. Дорого, но если это в вашем бюджете, то очень советую. Смотрите, здесь дельфин выпрыгивает, играется. Выпрыгивает вот так вот, покрутится, покрутится, а потом назад в бассейн. Просто такой милашка. Я вам пойду поближе, покажу его. Нет, уже не хочет больше туда прыгать. Еще дельфинчик как раз вот за меня проплывает прям. Давайте я вам сейчас более детально покажу вообще все, как оно здесь расположено. Вот это зона шезлонгами. Вот там Лена лежит и мой шезлонг рядом. Вид на море. Ну, здесь, по сути, вот этот один бассейн, вот такой вот, довольно глубокий, мне здесь прям по шею, там дальше такой лягушатничек для детей, и вот, собственно, сюда, если пройти, вот это фитнес-клуб, спа, вот сейчас я вам тоже все покажу, вот здесь, кстати, тоже можно лежать на лежачках и с дельфинчиками как бы поближе быть, я думаю, мы тоже так полежим немножко. Хамам, контрастный душ, хамам, сауна, джакузи, это как-то с ледяной водой после сауны. Вот здесь можно поплавать с дельфинами, здесь они тоже вот как бы в бассейне там плавают. Дальше по коридору идет женская раздевалка, мужская раздевалка, два туалета и фитнес-клуб. Фитнес-клуб, кстати говоря, ну такой себе, я не сильно впечатлилась им. Там очень душно сейчас. И здесь еще тоже зона массажа. Я думаю, что сюда мы тоже обязательно пойдем, но уже когда будем закругляться, пойдем еще сходим сюда. Вот, собственно, и все. Вот. Не так много, в принципе, всего, но очень хватает. Время летит очень быстро, я прям не замечаю, как оно проходит. Но очень здорово. Какое-то возле них такое спокойствие, прям действительно уникальные животные. Красиво. Ты ко мне плывешь? Да, ты красивый. Ну вот вам уже просто цирковое шоу тут показывает. А второй так отдыхает. Я уже вернулась домой. Сэмик тут нас встречает. И на этом буду заканчивать влог.
Спасибо, что провели этот день со мной. Это был очень классный день, вообще такой расслабляющий, безумно просто. Поэтому, да, сейчас осталось только принять душ и ложиться спать. Сэмик вам говорит пока-пока, Никита тоже с вами прощается, пока, и я пока. С вами прощаюсь. Пока. Очень терапевтическая такая. Ой, дельфинчик на спине, смотри, какие делает разные фокусы. Опа, смотри. Мы с ним плывем. В общем, ты, наверное, за 200 гривен дельфина катаешь. Ой. Ладно, пошла его сдам на базу. Да.